Здарова всем. Сегодня начинаем немножко попозже. Ну, я как и обещал, в воскресенье мы с вами чуть-чуть продолжим играть. И это будет где-то стрим, может, на пару часиков где-то. Так как мне на работу надо будет. Так что продолжим путешествие. Блин, ну. Оформление мне нравится. Класс. Я вот еще так подумаю, может, как пройдем полностью эту игру, то может попробуем за темный соблазн, чтобы с другой, можно сказать, точки зрения посмотреть на происшествия в этом мире. Фу, да, не мог я немножко раньше начать, как планировалось стрим. Мне было херово. Вчера с друзьями пивка попил с рыбой. И все. И расклеился. Так. То, что я помню, у нас тут был в конце прошлого стрима был жесткий замес. Ну да. Что получается, мы вот этими двергарами, короче, подрались. Осталось у нас на писечка хп, короче. И в итоге вот этот владыка Глот хотел сделать революцию у себя, ну типа, его там вот эти грибы, короче, эта колония приняла к себе, так как все его умерли, а он решил, ага, а давай-ка мы убьем этого главаря, короче, ну и короче, сделаем все по-своему. Свой типа создам. Бордель с блэкджеком и тупами. Мы сказали, не, мы тебе помогать не будем. Ну, и он, короче, напал на нас. И все. Давайте попробуем поговорить. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Так. Вергары мертвы, гниль уничтожена. The music shift. Still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear? A new harmony. Serenity. I name you Peace Bringer. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The Guardian Gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar Blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow. Striding among Myconid dead. Near, this one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. Do you see? Indulge one demand, and it only breeds another. Ну, считай, что уже готово. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death and return. Окей. Плюс еще поговорим. Peacebringer, be at home. Так, я убил существо по имени Глот. Оно хотело уничтожить твой круг. You are one with Spore. Your throat tightens. And relaxes. The air is serene, your mind untroubled. The songs we sing now carry your spirit. I first named you Peace Bringer. I now name you Kin Spirit. И что это даёт? Споры блаженства.
До долгого отдыха. Ай, бляха, муха. Я и так сейчас пойду на отдых. Пойдем пособираем еще. Заберем свое, как говорится, сокровище, которое... Так, он нам обещал. Смотри, тут сколько всего вкусного лежит. The cover proudly announces this book to be Flumph Mating Rituals. Так, здорово, природа, природа. Здорово. Так, расследование. Внимательно осмотреть книгу. Ой-ой. О, да. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging adamantine. There's mention here of an adamantine forge. Such would be a rare and valuable find indeed. Подобрать. Оли. Ледяной метатель. А все забираем. И так слепота. Wish I had a bag of holding. Так, смотрим, что здесь у нас еще есть. Рюкзачок. Паралич гуманоида. Крутая штука. Надо. Так, и что у нас здесь? Походу этого в плен взяли или что, типа он потом. Или его убили потом. Так, что у нас есть? Вот это можно, эту шляпу, кстати. Well, hello. Окутывающие тени. Невидимость заканчивается срочно, если вы атакуете или произносите другое заклинание, выполните действие или получаете урон. Пойдет. Ай будет. У нас еще мы там подобрали с вами. Так, мы можем, короче, вскрыть некромантию Тхая. Я его буду почитать. Так, о, вот эта штука ледяной металл. Если мы, я не ошибаюсь, то из трех частей состоит посох ледяной. То есть мы можем склепать ледяной металл и найдем остальные части. Так, смотрим дальше, что у нас тут есть. Угу. А в принципе ничего и нету. Ладно. Yes. Так, ты. Так как у тебя есть еще споры, всякие вот эти на нас действуют, есть шанс читать некромантию до конца. Делаем. The book is locked tight with no visible keyhole. Only an oval recess in the cover's mouth.
You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You've seen similar books in wizards' libraries. A tome on Thayan magic. A rare and expensive find. But people have gone mad reading less dangerous texts. A cursed book? How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? Так, вставить аметист в гнездо в переплете книги. Это там, где мы, короче, пауков клепали, там аметист валялся на полу. Так, открыть книгу. Irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Felling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. Так, переверну страницу, остерегаясь всяких мистических штучек. Изи. The symbols move aggressively, probing your mental defenses. But you hold strong. For now. Перелистнуть еще одну страницу. А, блин, надо было сначала это, а потом через. Ой-ой. Перекинуть. Ой-ой-ой. Ну не-не, я не хочу, чтоб нам, короче, там. Что с нами случилось? Ох. The world around you is gone. You can only see those glyphs, only hear those voices. You feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer. Здорово. Так, ну что, попробуем. Еще одну страницу перевернуть. Увы. Еще два. Можно два раза перебросить. Давай. Ну и последний раз. Есть. Glyphs scream, branding your mind with strange runes. You see time rewritten, fate undone, your future thrumming with power. Black strands of weave curl all about you, only to sink as into graves as you try to grab hold. Necromantic spells, tantalizingly powerful, slip away forever. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you, you should never have known. Да, окей. Мы с вами полностью ее прочитали. Но. Очки вдохновения, отлично. Какие-то заклинания появились, да? Не особо.
Призыв какой-то, может. Где? Нету. Ладно. Поехали, короче, в этот. В лагерь отдохнем. И продолжим. Уже, скорее всего, выйдем на поверхность. No, надо вернуться, блин, в тот погреб, там, где мы этого скелета откопали. Я забыл забрать, короче, одну интересную штуку. Завершить день. А, ё-моё, кто там потрындеть хочет? Не ты. Собаки. Погладить. Блин, вроде бы можно будет его потом, эту собаку, призвать. Она будет потом как вынюхивать интересные штуки. Поиск, инициативы там это. А, ты, Гейл, хочешь поговорить? Воды. Надо прекратить, ты уже это только комаров сюда нагоняешь. Воды. Oh. My. You startled me. It's miles away. Все в порядке? Of course. I was just practicing an incantation. Какая-то женщина была. Для тебя это вовсе не просто. Бум. Здрасте. She does. She's Mistra. I can't quite describe it. The need I sometimes feel to see her. To draw the filaments of fantasy into existence. No sculpture or painting could ever do her justice. Only the fabric that she herself is and embodies. The weave. Mistra is all magic. And as far as I'm concerned, she is all creation. Ты прямо как влюбленный школьник. Ладно. Я и не представлял, какая велика твоя преданность к ней. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music. Poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Would you like to experience this? Uh-huh. Then follow my lead. Ой-ой, не нравится мне твой взгляд. Опасно. Now you. Чё? Так. Поры блаженства. Магия. Something strange, like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Athran Mistraril Kantrak Eo. Интеллект, исполнение. О! И с достоинством. Ну давай. Попробую кости поменять. Стандартные кости там уже надоели.
Suddenly, the scent of rose water and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony, as true as you can. Уху-ху, погрузиться здесь и сейчас, это неожиданно, познавательный опыт. Представить себе первозданный райский уголок, бесконечно далекий от всех бед, забот и тревог. Проницательность. Оживить в памяти светлое воспоминание юности, счастливый миг в кругу семьи. Напеть про себя какую-нибудь мелодию. Так. Давай. Давай проницательность. You see, or is it sense, the presence of a woman? The woman who hovered over Gale's palm. There's something like the anticipation of a kiss. Then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe. You are nestled in the cup of Mistra's hand. Нет. Никаких поцелуев. You did it! You're channeling the weave. How does it feel? Волшебно. Ладно, волшебно. That it does. The weave connects you. Нет, нет. The moment feels intimate. Так, давай через двоечку. Пытаться впитать не особо хочется впитывать, потому что сейчас будет не очень такой для меня интересный момент. Ой, пора отпустить плетение. The weave evaporates, and as it does so, you realize the night feels suddenly cold and lonesome. Oh. There it goes. How easily things slip away from us, no matter how hard they were in the obtaining. Good night. I enjoyed sharing a moment of magic with you. Да, я спас свою задницу от этого. Хорошо, я хочу еще одну вещь. Так, я, ага, ты у нас вор. Я хочу, короче, ему специализацию поменять. Пусть он будет у меня этот ассасина. Ah, I shall be here in thy camp. For when as thou desire. Так, смотрим. Естественно, плут. Ну, так, 17 это максимум, да? И в интеллект. Да не накинешь. А смысл все это закидывать? Ладно, пусть так и остается. Да. Смотрим сюда. 4 очка. Акробатика. Скрытность. Проницательность у меня есть. Исполнение, убеждение. Тебя... Что я могу тебе еще? Расследование. Атлетика. Ладно, тут уже так вот остается. Тут у нас будет скрытность и ловкость рук. Навык с мастерством. Так, нам... Так и остается. Нам надо как раз вот... Воровать и вскрывать и обезвреживать пойдет. Так. Угу.
Ассасин. А так вор дополнительно давал очко, давали очко бонусного действия, но это более так подходит к мультиклассу. Мистический трикстер, ну это будет такой волшебный. Ну, у нас будет ассасин. Покушение, инициатива. Всегда преимущество. Покушение, засада, пароворство, ассасина. Пойдет. Улучшение характеристики. По-любому, сюда. Сюда докинем. Ага. Ладно, я там уже тупанул. Можно было отсюда сюда докинуть и потом увеличить. Пусть будет, короче, 19. И найдем какую-то шмотку, которая добавит нам еще один пункт к ловкости. И будет зашибись. Пусть будет так. Ну что, идем отдыхать. И предлагаю где-то типа по сумкам лазить, короче, везде собирать хавчик. Старёна, что у тебя там за пушка? С кем ты бегаешь? Стальной кованый меч. Не. Точно нет. У тебя должен быть меч первой крови. Да. Угу. 6.18. Так. Был у меня это тоже. 6.11. То есть первый удар всегда будет с увеличенным уроном. Плюс крит, это будет... Still alive, so that's progress. Это будет заебумба. Так, ну чё, покидаем лагерь. Тут мы вроде бы... Угу. Корень. Даже не знаю, что у нас здесь. Ага. Ладно. Пока что я здесь долезть не буду, так как тут закрыто. Там опасно, стреляет. Ну, а разрушенная башня тоже. Ну, давайте выбираться тогда на поверхность. Первый у нас заросшие руины, да. Да, нам надо вернуться, чтобы вскрыть этот... саркофаг. What a day. Обезвредить. Nasty surprise. Caution is warranted here. Так. Ой-ой. Бум. Не вазу. Не надо мне вазу открывать. Саркофаг. Ключ с гравировкой? Без понятия. Мы там, походу, вскрывали уже. И тут у нас еще есть... Когда копье промахивается мимо цели, следующий бросок атаки, владельца по этой цели получает верный удар. А идиот. Вроде бы больше ничего нету. Тут нам ничего не надо было. Так, и... Так, смотрим по шмоткам, да? У тебя хороший меч. Да, хороший.
Да. Ну и мы с вами, я думаю, давайте, короче, пойдем к гоблинам. Стоп, вымершая деревня. Мы там же еще не до конца все пролазили. Точно. А, и тут эти же... Блин, эти... И одень. А, есть, все. Ладно. Не есть. Как у них там ХП? Вот, они уже не такие сильные, как... И они могли быть в начале, когда мы их встретили. Мы сейчас уже пособирали шмотки. Ну, здорово. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our face. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Ну чё? Обманем. Поставим потом бочек и нападем. Что? Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. Я вижу, на тебе нет клейма. I've no use for the absolute or any god. I follow two masters only: gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest sate my hunger for meat. Boss goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. Отлично, у тебя словарный запас. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you... A delicacy. Were I so lucky? Так. Я видел еще параграф в окрестностях. We follow the scents of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. О, а давайте сделаем так, короче, мы попробуем переманить на свою сторону, не убивать их сейчас, а использовать, а потом убить. Это так. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Так. Обман, давайте. Я заплачу тебе 1000 после драки. Ой-ой. Ой-ой. Не, есть еще повторный бросок. О. Ну все.
A twice played serenade to my ears, my tasty kibble. We have a bargain. Take my bone horn. One blow, and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises, and never a moment before. Ogre kill everyone around, then Ogre eats them. Well spoken, indeed. Ogre kill everyone around. We will keep close. When you are ready, sound the horn. Все. И что у нас получается? Мы с вами. О. Что мы сделаем? Мы, короче, вызовем их, короче, на гоблинов, а потом тупо не заплатим. И все. О, мяско. Читали, тоже читали. Перегрузка. Ладно, так, Авка у нас здесь. А еще вот этот комок плоти, он миконида, он много весит. Ладно, возьмем так. Ты. Вся Хавка. Отправить в лагерь. И еще у нас тут есть. И у нас свободное место. Ну-ка, отойдем. Сюда попасть. Давайте попробуем по крыше забраться туда. Мне интересна вот та картина с Ифаном Бенмездом. Ифана Бенмезда с Divinity 2. Детский рисунок. Ну-ка. Что там за детский рисунок? Мне интересно. Смотреть. Эльф какой-то, гном, человек. Даже не человек, это могут быть эти. У меня еще есть поломанный кривой жезл огненных шаров. Прикольный. Интересно, он одноразовый или типа... Блин, вот это можно будет Гейлу использовать. Фаерболы в начале. Так, спускаемся. Идем, пройдемся в ту сторону. Мы уже все, короче, перебрали.
Там мы еще не до конца не дошли. Закрыто, да? Да. Поэтому мы там минус нули. Это я помню. The blacksmith's blueprints. Weapons from the looks of it. Выцвевшие чертежи. Rough drafts. No more. А. Чё нет? Обидно. Ой-ой, что-то там. As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then a low moan. Someone or something is having a bit of fun. А ну открываем. Wait, don't interrupt them. Let me do it. They sound disgusting. Пожалуйста, пожалуйста. Мы так шумели, аж захотелось присоединиться. Так, первый Астарион. Так, вот, о, этого можно сразу минуснуть. Тринадцать? Ну, неплохо. Будет так. What now? Бэмс. Нет. Ну... Ладно, ну тут ничего, ничего не будем пользоваться ничем, так что будем гасить руки. Что мы сделаем? Так, ты... Прыгнешь сюда. Бежишь? Да, бежит. Ну и... обычный удар. Let me recite their demise. У нас кто? Великан. Чем же ж можно так жахнуть? Нету устойчивость. Ладно. 1.8, 1.10. Ледяной луч. Пусть если что подскользнется. Бэмс. Ну. Ничего. Гнев. Лады. Жахай. Хороший удар. Nothing important is ever easy. 26. Бэмс. Останется только жахнуть. Жахнем его тоже льдом. Бля! Ладно, ну чтобы она нас не коцнула, сделаем так. Отменить конец хода.
Ошеломление. Ладно. Пенс и все. Изи. А, в нокауте на совсем. Ой, я подскользнулся. А мне что, типа? Включен этот щадящий режим или что? Не. А, ну ладно. Я ничего нету. Грибочки. Что тут еще есть? Так, груда костей. Бутылочка нет. Факел нет. Так, ну мы уже... А, ничего такого. Ладно, идем отсюда. Ладно уж, добьем эту паскуду. Мстить придет. One moment they were embracing each other in intimacy. The next they're embracing only death. О. Сохраняемся. Смотрите, тут кинжальчик плюс один, да? Возьмем Астариона. Пусть он достает. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough leathery meat. Ловкость рук. Что, добавим бонус? Easy. Вот так вот. Вот так вот это у нас получается. Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. Кинжальчик плюс один. Ну, у нас и так получается, вот. Если сравнивать с тем, что у нас есть... У нас чуть получше, так как там только кинжал без всяких этих плюсов. Ну, то в смысле, там только плюс один, а у нас еще плюс наносит дополнительный урон. Так что меч первой крови остается в руках. Полынь. Ой, ай, не... Так, я не то подобрал. Нафига мне ведро? Выбросить. А, стоп. Ладно, не хочу. Так, кости. Это просто кость. Ничего полезного больше. Ладно. Когда я, короче, в первый раз начинал играть... То здесь было этот... Как... Я тут Рафаэла повстречал. Вот как раз перед этим мостом. Да. Ничего нету? Ничего не валяется? Вроде бы нет. Ладно. Вот тут перед этим мостом. Выживание. Значит, это здесь. Увы, я ничего не откопаю. Уже ничего нет. А вот там у нас лагерь гоблинов. Так, а туда... А, найдем, короче, гоблина. Сделаем так. Нападем на гоблинов. Не сразу, а вынесем, короче,
ихних, короче, этих главарей, а потом потихонечку начнем разбираться с остальными. О, тут что такое? Что поломанное? Ничего нет. Получается, у нас тут все, кроме... А, блин, я же еще в этом с Уиллом не поговорил. У нас... Ладно. Короче, у нас много еще всякого незаконченного. Так, полынь надо. Давайте, короче... Зелье лечения, ну, 6 штук. Ладно. Возьмем. На будущее, чтобы было. Так. Пополы. Что здесь? О, проканало. Копаем. А, тьма, невидимость. Пригодится. Ну, вот, честно, вот, блин, паралич гуманоида — это такой имбовый этот скилл. Реально, мне он очень нравится. Вот представь, да, ты, если... Повезет, то, короче, ты парализуешь противника, и каждый удар — это крит. Это песня «Залитые солнцем болото». Угу. Пропавшийся. А, там. Угу. Заручиться помощью тетушки Этель. Не, я потом. Потом как-нибудь. Сколько до следующего уровня? А, еще километры. Интеллект? А что ты там увидел? Это полезное? А, вот. То есть, если боевые барабан на них постучат, то... Сбежаться все. Я вообще даже не, с ними не поговорил, меня просто пропустили. Что происходит внутри? Lads are celebrating the raid on Joaquin's rest. We kept it a joke, we did. All the way from the city. I'm sure the higher ups will make sure you get the best of the spoils, Your Excellence. The boss is in the temple inside. Mithara too. And Priestess Gut can show you how many new recruits we got. А, смотрите, короче, они перед этим дроу все так вот легко разговаривают. При этом не надо убеждать, что ты за них, короче. Не обманывать никого, то просто подходишь и: о, здравствуйте, здравствуйте, да-да-да, конечно, все хорошо. А если берешь какого-то там человека или другого, то там не сразу: ты кто, ты куда, ты с нами, а ну покажи печать там, и все. Так, я ищу друида. Мне сказали, вы схватили его, когда он пытался проникнуть к вам в лагерь. О, один из этих воров. Если он не мертв... He's in the pits with the rest of them. If this is the state of their camp, how bad must the pits be? Так. Я разыскиваю некого Хельсина. А, Хальсина. Who? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. Down in the pits, no less.
Sounds ominous among creatures that love blood sports. Better step to it. Так, я слышу шум у тебя за спиной. Это хорошо или плохо? Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Да блин, ну только что же рассказывал. Rip the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some duke. Worth celebrating, that is. Он же сразу все рассказал, ладно. Не, так, не продуманы. Так, смотрим тут. Это кто такие? Tribe? Наше племя? Ну, наше племя. Tribe. Looking at a future true soul, your dryness. Boss Redfin says our next in line. And the Gnoll gnawed her arm clean off. So much for the flaming fist, eh? Так, неплохая драчка была, так понимаю. Где это вы так? Я так понял, это бьют Joaquin. We sacked Joaquin's rest and left it to burn. Drow flinging magic. Gnoll snapping off heads. Inns nothing but a pile of ash by now. Glorious. Кто-нибудь уцелел? Bunch of prisoners got towed to Moonrise. City snobs mostly. But the flaming fist? Pile of smoking corpses. Так, знаешь, как попасть в лунные башни? I figured a drow would know the broken road. Take the north path. It winds you around sure as sunshine till you reach the Taz. Окей. Че, я потом это все разграблю. Ох, ни хрена себе. Вот это тебя штырит. Recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape, nothingness in every direction. Then there are three figures before you, an armored male elf exuding power and command, a handsome younger man with a quick, easy smile, and a pale young woman. With even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. The voice is quelled. The artifact's doing. Это все было. No answer presents itself. The artifact is dormant. The voice and visions are gone. Ну, похеровало немножко, ну и все. Сохранимся. Защита? Что за защита?
Ага, персонаж защищен от голоса абсолютно. Отлично. Так, поговори, что у тебя тут есть вкусного? Welcome, your greatness. I've got some good stuff if you're looking to buy. А, не прогрузился тело. Ладно, что у тебя есть? Максимальная дальность прыжка увеличивается и плюс акробатики. Это хорошая вещь. Так, средняя броня. Равновесие. Вы получаете бонус плюс один к испытаниям, проверкам на ловкость. Мастер засад. Вы получаете бонус к один броскам инициативы. У нас тут еще есть перчатки лучника. Угу. Ботинки поддержки и подмоги. Когда обладатель исцеляет кого-либо, его цель автоматически получает 3 временных очки здоровья. У нас тут дубина, роковой молот, лезвие ужаса. Каждый удар наполняет цель могильным холодом, не дающий восстанавливать очки здоровья. Нежить также получает помеху при бросках атак. Неплохо. А тут просто такое. Плюс один, просто плюс один. И возвратная пика. О, прикольно. То есть, смотрите. Да. И красная краска. Так, давайте продадим такие лам. Так, что это у нас? Оникс. Нам это не надо. Картину и фана тоже. Наконечник сломанного копья пока что мы не трогаем. Оп, это выцвешие. Так, да, рисунки продаем. Смотрим дальше, что у нас тут. Вот это классная штука. Пустотный клубень всех стягивает в кучу, а потом можно жахнуть фаерболом. Классно. Смотрим тут, что у нас. Так, это ядовитая спора. Сколько у нас сек? Шипастый клубень. Кровотечение наносит. Чашка с маслом. Смотрим дальше, что у нас тут тоже есть какой-то там ненужные вещи. Так. А, с этими яйцами. Ого. Сколько весит. Кабачок. Не, кабачок не трогаем. В принципе, а тут что у нас? Нет, эти две бочки надо. Этот длинный меч не нужен. Ну и все. Акробатика плюс один. Давайте, короче. Возьмем. Been a pleasure. Так. Сейчас у меня стоит на паучий поступь. Мне это не на. У нас так. Щелкнуть каблуками. Это бонусное действие, да, если я не ошибаюсь? Да. Это можно. Угу, так. Ну, можно, короче. Так. Прыжок. Возьмем это себе. Тебя шо? За ботиночки. Так.
Так, 3 заряда молнии. Нет. Дадим тебе щелкнуть каблуками. Он тогда, короче, разбежится и, ну, на длинные расстояния может бегать. Полезно. Чё? Погнали, поговорим с этим. А чё не могу? Ой-ой-ой, шось тут? На, шось залагало. Отлично. Отлично. Ничего нельзя сделать. Класс. Сохранить и загрузить. Вот это багануло. Смотрите, у меня интерфейса вообще нету. Кайф. Ну, это такой... За, например, сколько там, 50 часов игры, то это такой существует, ну, такой серьезный лаг. За 50 часов, то это нормально, то есть, это уже будет, это даже больше, чем нормально. Потому что в некоторых играх там лаги-баги на каждом шагу. Тут хотя бы поприятнее играть, сильно в глаза не бросается. Так, вот видите, все появилось. Давай. With fragulous crown and with scepter abraid, draw Raxlin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblet kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it your goblets and drain them with pride. Draw Raxlin, the true soul, had led you galant. Да, ладно, слушайте его внимательно, очень внимательно. You, move on! Do as she says, now. Now, where was I, huh? Wait a tick! That a friend of yours? Oh, certainly not! What are you doing? I'm busy here! You lying! To you? Never! Come, let's continue our ballad. draw Raxlin! Draw Raxlin! I am... Draw Raxlin, tumptuous, draw Raxlin, You broke him! Wait, draw Raxlin, we pray, we... Come on, pigeon, back to your cage! Now, look what you've done. Come on! Of course, ma'am. О, детеныш медведя сыча. Мы тебя спасем, как говорится, спасем. О. Mid all this grandeur sunk into squalor. I wonder what dismal corner we'll find Halsin in. Let's hope we find him in one piece. А, тут закрыт. Подожди. Еще есть. Это загонщики. Ладно, короче, погнали. Разбираться с ним. Одно будет изично. О! No go inside. Inside boring. Bloody racket. Oh, come on, man.
Что тебе, херово? My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Давай что-то тебе скинем. Нет, это то, что на нем. Огонь с условием. Растениям, насекомым и маленьким существам. Ладно, вот я думаю... Ладно, копье. То, что мы подняли. Thank you. It is a strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... Дела. The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Ладно, погнали. Ой, ain't no party in here. We're doing the absolute's work. State your business now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Так, у меня встреча с тем, кто у вас главный, Дроу. One of those moonrise types, then. Your kind usually don't deal with Boss Ragsley and Priestess Gut. Guessing you're after Minfara. Could be her blood by the looks of you. Мне назначена аудиенция с Минтарой. Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big one, I hear. Bloody racket. Oh, come on now. It is a strange experience. Each time anew. Wait, только что ж. I can't. Lot. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. Так. Somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... С тобой все в порядке? You do plenty for me, more than you realize. Было уже. Drizzles. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, thank you for the artifact. Он типа не поговорился с ним. Анна. Do you hear the absolute? Smells like burnt flesh in here. Так. Давайте начнем с него сразу. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Зачем мне клеймо? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged. With magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the absolute. Charged with magic? Perhaps that explains the ease with which these goblins submit to true souls. You ready? Brace yourself. This'll sting. Что-то мне расхотелось. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers.
a familiar sensation. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Давай проникнуть еще глубже в ее разум. Давай попробуем. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Да, мне нужна помощь. А, нет. Можем поговорить наедине, это дело тайное. Of course. Don't want this rabble interfering with true soul business. Let's go to my chapel. Oi, priestess, we want the mark. Why do they think they're talking to me? I'm going good enough for the afternoon. Сейчас. All's well that ends. Not as bad as it could have. Есть преимущество. Погнали. You saw to fight. And now you have one. Swift and lethal. What the fuck? The Priestess is slain, and the Horde is weaker for it. Она бы нам все равно не помогла, если что. Видел тот долбодятел. А, спасти друида. Примитивная булава. Возьмем. Мы ее минуснули. Сейчас... А, ну да, тут уже куча всяких этих. Что мы сделаем? Мы с вами сохранимся сначала. Что-то у нас за дверь. Это... Куда она ведет нас? А ну-ка. Точно, точно, точно. Но мне пока что сюда не надо. Вот смотрите, с одной мы расправились. И потом туда пойдем. The jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today. So I'm feeling generous. Так, твоя эмблема. Мне уже приходилось ее видеть в подземелье. Aye, so you have. It's one place the Zentarim can trade openly, thank the gods. Folk up here like to quiver over right and wrong. Until the coin starts clinking, anyway. It's just business.
If there was money in being good, the Zentarim would be pure as paladins. Так, что может связывать Зентарим с гоблинами? You joking? Goblins sell the best prisoners. Cheap, quiet, and eager to be elsewhere. Till this crowd converted and started sending their captives to Moonrise Towers, at least. No complaints, mate. I just sold enough smoke powder to cover the loss 10 times over. Ваш рабов, а не пленников. Oh, dry your eyes, Illmater. It's me or a goblin cookpot. I know which I'd choose. Now, much obliged for the chat, but I'm here to trade. Так, убийца чудовищ. У нас окровавленный двуручный топор. Безжалостная месть. Если у владельца остается 50% здоровья или меньше, он наносит дополнительно... О, это, кстати, этому варвару хорошо подойдет. Можем взять. Но... Посох золотого змееныша. Дополнительный урон огнем. Фаербол. Так, смотрим, что тут вообще есть. Тяжелая броня. Такое. Просто на плюс один. Легкая. К себе можно такой взять. Кожаный доспех плюс, на плюс один. Класс брони повышается. Так. Меньше дробящего, а тут... Вы получаете бонус плюс к один к проверкам на скрытность. Не, это пушу, конечно, стеганый доспех. Угу. Остальное это обычные. Так. Джал охотника. Так. Не застать врасплох. Вы получаете бонус плюс один к броскам инициативы. Неплохо. Давайте-ка на будущее сразу возьмем вот этот топорик. И так, это просто плюс один. А это плюс к инициативе. Это тоже надо. Так. Для бонуса. Так. Я могу загнать. Вроде уже все продал, да? Да. Ну, вот это можно продать, это мне не надо. Талисман Абсолют. У нас нету клейма Абсолют, так что... Это нам особо не поможет. О, блин, вот это на бета. Ваши атаки оружием также наносят 2 урона кислотой. Надо. Героизм. Владелец, имеющий клейму Абсолют, получает плюс один к испытаниям. Увы. Так. Какие-то объятия Сильвануса. Оставим. А то может пригодиться. Угу. Так, это у нас споры ускорения. Ага. Тут у нас светоскоростные. Так, это атлетика плюс один. Ну и... В принципе... Да. Мы пока бомжуем. Ладно. Уравнять. Принять. Pleasure. Да-да. Бочка с дымным порохом. Подобрать. Так.
Что еще есть? О, зелье лечения. Клеймо культистов. You know, but no, you gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please stop. Oh, a drow. I didn't see you there. Please, if you want to have a try. Так, зачем вы его пытаете? The git snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. Of course, now that you're here, we'll gladly let you take over. Так, я не буду пробовать, я хочу получить результат. Отойди. Oh, of course. There's weapons in the fire if you want them. We'll leave you to it. Come, Grush. Let's go. I don't think I got the stomach for this. I wanna watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Yeah, beating it good. What? The prisoner! Так, жертвы пыток могут получить помеху при испытаниях на выносливости. Ха. Ладно. Please, please. Let me out. There's no reason for this. Как ты попал в плен? I was with a group of adventurers. We came here for an artifact. It's called the Night Song. We tried to sneak past the goblins, but they ambushed us. I didn't think a pack of goblins could be so so efficient. Артефакт, говоришь? А что он делает? I don't know. The boss didn't say. Just said some wizard called Loroican would reward us if we found it. It should be here somewhere. He said there was a hidden passage underneath the temple. The place was supposed to be abandoned when we arrived. Что тебе еще известно про святилище? Есть ли там что-то еще ценное? I'm not sure. All I know is there's a passageway to the Night Song. Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. Please, these shackles. I don't want to die. Так, еще один вопрос. Что случилось с друидом? Helsin. I don't know. He changed into a bear. I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. Успокойся, я тебя тут не оставлю. Thank you. Thank you so much. Подожди немного, я вернусь. Так, ты. Trust no one. No. Please. Так. Don't hurt. You are? I need to get out of here. Давай, я так уже знаю, что ты.
Вот так вот. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the Grove on my own. They need to know they're in danger. Говорила песня ночи, где мне искать ее? О, Брайан, ладно. I have to go. Ладно, Брайан, идем. I have to get out of here. Это мы уже все слышали. Ладно, сваливай отсюда. Сохраниться. Это что за крыса? Подожди, давай с этим поговорим. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviatar, goddess of pain. Ah. Are you also here to assist with the prisoner? Так, ты готов? Ты говоришь про того, кого они пытают? Please. The things they do to that man, so crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Я думал, что служитель Левиатар должен одобрять боль. You know the Maiden of Pain. How refreshing. But there is more to us than that. Yes, we worship her through pain, often our own, but it is an intimate and loving thing, one we offer up. If you would permit it, I can show you firsthand. Your hide, your choice. Not quite my cup of tea, though. Ой, мне и впрямь любопытно. Oh, I have something exquisite in mind. Both Leviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Huh? Simply face the wall, and we can begin. Hmm. Boy, Grimmo, there's a prisoner. Face the wall and let us begin, dear one. Yes, this will do nicely. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Запугивание. Да ну тебя, ребенок и тот сильнее бьет. А ну-ка. О,
У тебя усталый вид. Сменить тебя? Давай. А ну-ка, интересно. Бум. Wonderful. You want more? I'll give it to you. Ah! That's it! Welcome the pain. Let it become part of you. А ну-ка, ударь меня изо всех сил, или я тебе отвечу тем же. Давай. Крит. I hope that's a promise, dear one. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Это был любопытный опыт. Interesting is an understatement, dear one. Lovita herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. And on a personal note, thank you. That was positively divine. О, и что она мне дает? Милость Левиатар. Боль — это путь просветления. Если у вас остается 30 ОЗ или менее, вы на 3 хода получаете бонус плюс 2 к броскам атаки испытанием мудрости. Прикольно. I think you would enjoy. Yes. This is неплохо. Так, а ну-ка, ты. I'm watching you. Spike promised that any meat. Ладно. Pain is proof that we live. Так. За мной. Now is not the time to ask that. О. Так, давай с ней по грибу. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Так, и что ты с этим голубком собираешься делать? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Милый питомец, я тоже себе такого хочу. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Обман. Да. Какой-то он слабенький на вид. Долго в ваших условиях не протянет. Бум. Take him for a jog, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Так, отправляйся в безопасное место и побыстрее. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this.
We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Ладно. Хорошенькую историю ты умудрился угодить. Как ты попал в клетку? Why, by design, my friend. How better to learn the ways of a people than to live among them? I dare say the experiment has proven most fruitful too. I'll be happy to share my findings once we've found somewhere safe to parley. Давай, бежи в мой лагерь, короче. Там и поговорим. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share the flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Все, этого спасли. Again, do you wanna become spider food? Так. Seen this mess? Flaming fist thuggo took a chunk out my arm last raid out. Где же ты дралась с огненными кулаками? Ну, знаем. That last dimwit, they were guarding some uppity noble and his friends. Not very well, mind. Your drow pals carried him off, left the real spoils to us. Burnt me ass. Пойдемте к Хельсину. Взяли лечение. Так. Еще есть. Дрессировщик Зурк. А что с него взять? Отпустите его. It's staying right here. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wolves. But first, three more stones. Make it nice and bloody. Yeah! Hit his head! I want to hear more noises! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Так, а ну прекратите, сейчас же. Опа.
паучка, да, призвал? Ладно. Хорошо. Так, добиваем этого. Так. Ну ладно, значит не добиваем. Паучок. У нас там еще. Окей. Ты под угрозой. Ага, я под угрозой. Так. Ну, можно. Давайте посмотрим, что он такой. Приказ. Два существа, пасть плашмя. Ладно. Ты. Этот плашмя пойдет. Этого. Ну да, и вот этого. Есть. Правильно, дети, сваливайте. Лазель. Что мы можем сделать? Можем жахнуть. Ладно. Призванный. Я не знаю, он исчезнет, если вот этого убить. Да, ладно. А, нет, стоп. Я получу. Ладно. Да, неудачно получилось. Да, ёханый бабай, ты чё? Что, эти те могут... они могут предупредить кого-то. Ой-ой. Троих этих. Ага. Ладно, короче. А это гуманоиды, хорошо. Что мы сделаем? Так. И следующий, да? Достаточно движения. И чё?
Не. О, пропало. Все-таки. Так я и думал. Please, Mistra. Да, такой серьезный замес. Так, и что у нас тут получается? Так, увеличенное передвижение, да? Так. Эмс. Ну и пробежимся тоже. Паралич нахрен. Кого можно там? Не, можно и так загасить. Мы с вами сделаем так. Ладно, пофиг. Ой-ой. Это сейчас грызнет. А не, не грызнул. Так, у нас получается про 26, да? Зайти смогу? Не смогу. Если это спадет, оно упадет как раз ровно на вот этих. Так. Отступление. Я отступлю. Сюда. Can't slow down. Это действие было сразу. Ладно. У нас следующее, так, а и 15, то есть у меня есть, и я могу гейлом ее минуснуть. Окей, так и сделаем. Сюда. Отлично. Ладно уж. Бэмс. Ваншот. Медведь, давай, на них. Минусной. Под угрозой. Так.
Ага, призвал. Ладно. Что мы тогда сделаем? Вот снит. Я сюда пойду. А, я ж в этом. Ладно. Я думал, его коцнет. Ну ладно. Ладно, похрен. Так, стреглаз. И еще один там. Бэмс. Хорош. Так, это отъедет. А, так, опутывающий удар. Концентрации. Это жахнем, чтобы он... Ай. Тупость была, но... ну ладно. Прошел концентрацию, окей. И все замерзло. No choice but to keep going. Да, ёп. Ладно. What path lies before me? Ах ты паскуда. Да. Ну ладно. Да ну ты гонишь. Ай-яй-яй, крит. Астарион. Чё, недостаточно движения? А, потому что меня там закрывает. Так. Ладно, стой. Where do I go from here? Нас зачарованы. Испорчен. Собираем. Что у нас тут получилось?
Так, дружба с животными. О. I'm done. I can't wait to see. Подозрительное мясо. Отрезанная голова. Будем считать, что это была просто очень длинная и худая свинья, ладно. Maybe I need more pockets. Так, дальше. Бутылка с жиром. О, сапожки. А, тюремный ключ у нас есть. Забираем. Забираем. Ладно, давайте с этим поговорим. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature, or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Так, вот мы его и нашли. Ты Хельсин? Или Хальсин? Наставник Хальсин из Изумрудной рощи? Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. Найти сказал, что ты можешь помочь мне с паразитом. Что за сила у меня в голове? Parasite in your head that... You mean you have one of them? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? После заражения я сбежал с корабля Элитидов. Возможно, это нарушило ход процедур. Perhaps, but I wouldn't want to place all my faith in blind luck. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Расскажи, что у тебя удалось узнать о том, откуда взялись личинки. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Похоже, ты хорошо разбираешься в этом вопросе. Пойдешь со мной в Лунные башни? I wish I could. But there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you. But if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected.
Ладно, чем тебе помочь? My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Ты даешь себе отчет, что просишь меня убить дроу? Все-таки я дроу. You drow relish turning on your own if there's something to be gained. Don't pretend otherwise. Так. Так. Так, ну... Верно, но никто не должен видеть, как я проливаю кровь дроу. Оставайся здесь, я убью эту троицу тихо. May Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Ладно. Одну мы уже минуснули, осталось еще двое. Но я думаю немножко схитрить. Что-то есть. Тут ничего такого нету. О, мертвый эльф, что он тут делает? Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. Ладно. Расследование. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. Вытащить тело из-под завала. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Я никуда не собираюсь убегать. Я еще тут не закончил. Тут что-то есть полезное. Но с другой стороны, сейчас попробуем. Бомбы нужны. Охранить. Так. Нет, я добью. Нафиг мне такие свидетели. Надеюсь, за мной не стоят все такие. Не захотят со мной драться. Вроде нормас.
Ладно, идем в обход. Давайте с Минтарой сначала поговорим. Тут можем перелезть. Scrying eye. Better be on our best behavior. Till we're out of sight, that is. Prepared to fight for the absolute. What they do ain't exactly fighting. All they gotta do is light up the powder. You look like you could kick the ass of half the scrubs in here. Bunch of drunken layabouts. No me, though. I'm hard as they come. And I'm itching for another fight. Да я могу со всем лагерем, включая тебя. Let's hope it doesn't come to that, Your Honor. The lads are all riled up and ready. You have already failed me once. And now you dare to question me. I didn't mean nothing by... Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. Ain't no use without my limbs. The lads will make the prisoner squeal soon enough, I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it, you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A true soul? Do not think that means we are equals, Jalok. Are you here to join my hunt? А. Я говорил с Нере. Он сказал, что ты можешь помочь добраться до лунных башен. Обманем. Yes. I suppose I might offer passage. But first, we hunt. Prove yourself worthy. And you will have what you see. Что за охота? На кого? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it in the Absolute's name. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the Gith artifact you carry. Somehow, it's afraid. You attune your mind to it. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Absolute's clutches. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Давайте первое. Смотрите, они, мы их предупредим, она нападет, и просто ее захватим, если что. Можно будет ее вырубить. Если я не ошибаюсь, то ее можно переманить на свою сторону. Я попытаюсь это сделать. Speak, true soul.
The hunt must begin soon. Nah. You are sure? And how did you find it? Лют указала мне путь. Praise be. And now, through her will, you can be my eyes. Her mind enters yours, a splinter of ice piercing your memories. Tiefling faces flicker into view as she attempts to learn the grove's location. Позволить. Пусть она. She sees the entrance to the grove as the adventurers retreat inside, joining the tieflings, and then smiles serenely as blood and shadow spread like stains across your memory, erasing all that lived there. The cowards found refuge among the desperate. Perfect. If the inhabitants do not realize you are the knife at their throats, we can use that against them. Go to their refuge and make your way inside. As a friend. У меня не самая дружелюбная внешность. Давай попробуем. They're half-devil refugees. Nobody wants them. A drowning creature will cling to a blade if nothing else is offered. Be that blade. I will gather a raiding party and move into position. You will open the gates from the inside when the time is right to strike. We will cleanse the place of infidels and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we will be the first among her favorites. Так, да будет так, ладно. Good. Marshalling the goblins is no simple matter, but my warband will be ready to attack by next light. You must make your way inside once I am in position. On your signal, we break them. And when they are dead, the Absolute will reward your faith. As will I. For the Absolute. Gather the raiders. So, it is yes, time. Your ladyship. Weapon. We won't let you go. Ну, смотри, часть этих сдрыснула. По крайней мере, сдрыснет. Ладно. Расплывчатость. Так, я это все сейчас себе. Крыть, блядь. Так, что там за башмаки? Искроступы. Когда владелец во время боя вступает в воду, да, электризуется. Закончив свой ход на электрической поверхности, владелец накапливает 3 заряда молнии. Ну, такое. Мы прочитали уже. А, да, точно, я же хотел. Это у нас. Он у нас оружие, да? Так, точно, мы ему колечко на увеличение урона поставим. Вот. Так. У нас еще есть полезное. Я думаю. А, ну да, это уже на улице, короче, на улице боевой рог используем. I've got a long road ahead. Запонка в дерево нам не нужен. Зелье ХП идет.
Смотри, уже никого нету, все там потекали. Careful, I might. Ага, там еще есть. Вампирская брата. О-о-о-о. Ладно. Пик. Попробуем. Почитали. Вот тут. Эссенция хрусталика. Можем пойти сюда наверх и пособирать сундуки, но это чуть-чуть попозже. Тут закрыто. Feed them the plumpest prisoners. Get down there and stop complaining. Oops. Да. I command you, corpse, speak, reveal truth to the absolute. By Vlakith's blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong. Shuga Nalshukok. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. Another drow true soul. As if there weren't enough of you. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Так, рассмотреть. Не тот ли этот элитит, что мучил тебя? This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. Продолжим церемонию.
You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse. Speak and say sooth. Lucan Ok, Alkoltek, Shulko Kank. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. What if the creature noted your presence at the crash site? Блин, у меня мудрости слабо, да? На ноль. У кого больше мудрости? У нее 12. 13. 10. И я 10. Ладно, давайте попробуем проникнуть в разум. Добавить бонус. Бум! Rexland's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Rexland's voice, you ask. Absolute, это кто? Who is the Absolute? Rexland frowns in confusion. At a question he would never have asked. Then the creature speaks in visions. Curved drow blades, crude goblin torches, gnoll teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. Damn it! That tells me nothing! You feel Raxlin's suspicions. He'd never have asked about his master. Oh, you remain in control, barely. Что было нужно? Убийца. What did the killer want? Ragsland's mind is clouded by doubt, surprised once more by words he didn't expect. Again, visions flow through you. A swarm of Gipyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Give them a hunt. They know something. Suspicion floods Raxlin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Зачем гиты гнались за кораблем? Why were the Geth chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... The corpse collapses, silent once more. No, no! I'm not done! Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. The damned drow was right. Can't let her get all the glory. The raid started already. Let's hope she's in trouble and needs help. You, get to the grove. Help the drow Minthara kill the lot. Well, don't just stand there. Move! Шарлатан, адвокат дьявола. Отлично. Да и что я сейчас планирую сделать? Indolence breeds madness. Listen, the Absolute honors you and slays her enemies. Yeah. She'll fertilize the fields with the
dead! Rivers and streams will flow with their blood. Their city. У меня там 75, 5 левел. Но тут еще у нас есть вот эти говнюки. Раз, два. Блин, попробуем ваншотнуть, если что. Они все слабенькие. Сохранимся. Открыть. Ой-ой. Четко. Ой. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Ой, извиняюсь. Ладно, ладно. What now? Ah, excellent choice. А ты с ним поговори. I wouldn't dawdle if I were you. Это мы тут собрали. Ага. Это получше будет. А перчатки? Отвага слабейший владелец получает преимущество при бросках атаки ближнего боя, если его окружают враги числом не менее двух. Это можно дать этой. Солнце, луна. Союзник, к которому вы прикасаетесь, восстанавливает очки здоровья, но могут погрузиться в сон на два хода. Угу. Ухилка, ладно. Пусть будет. Тебе так. Не боюсь, передохнуть не дают. Ну. Someone needs to keep an eye on these. I don't make a habit of questioning the absolute. Now quiet. Отлично. Sit. No one's stopping yet. Your drink from her barrels. You will reign. Ну, пос...
О, а тут что-то есть. Бутылка с жиром. Ну, это мне пригодится. Что, короче, я предлагаю... О! А это что тут делает? Ко мне вылез, хорошо. Гейл. Salutations. Сохраним. Так, я сделаю так, что? Action, not reaction. Indolence breeds madness. Ладно, ты свалил, окей. Так, и тут. At the ready. Ну что, попробуем. Можно жахнуть этим, конечно. Но я, наверное, жахну обычным фаерболом. Я буду врасплох. Вот сюда. У того 75. Ну, ладно, смотрим. Я ему пол хп только снял. Ладно. Что я сделаю? У меня есть еще есть огненная. Угу. Блин, а тут тоже еще одна бочка была, да? Да вы гоните, взрыв опасный. Ладно. Перекрыт, да? Пошли. Ну тогда сделаем по-другому. Ну, в принципе, так и сделаем. Сюда. Раз. И два раза у этого. А, бляха, этот... Ну, один остался, ладно. Угу. У нас остается раз, тут два, и вот это три. Ну, не считаю. Тут он. Дрор. Она тебе дрор. Пык. Still on my feet. Этого жахнем еще вот так вот. Да ладно! Ладно. Адское возмездие. А, хотел меня скинуть? Остается. Так, чем бы мне жахнуть? 4 снаряда, 6-15, а тут тоже. Угу. Получается 4 снаряда. 4 снаряда. В него 2. И раскину, да. Вот так. Раз. Два. Угу.
сделаем. Так и так я его потом смогу коснуть. Еще два, да? Ну тогда можем сделать так. Этот ходить. Раз и два. Пик. Пять осталось. I'm fury. I am death. You bow or you break. Вот так вот. Ой, спас. Ну что? Давай эту добиваем. Сколько у него там? 13 плюс 5, 18. Ой-ой, много. О, у меня же есть... да, есть вот такое. Стрела тьмы. Спускает колбаску... Не, стой, не то. Где-то тут была, короче, ну, такая штука хорошая. О, вот-вот-вот. Гремящего грома. Вот так. И в пропасть. Бэм. Там паучки, смотрите. И все. Another fight. Let's go. Могу. Ну давай попробуем. Think you can take me on? Ух ты! Крит. Ну это сильно. На восьмерочку, да? На восьмерочку можем так вот. Достаточно движения, вот так вот. Вот так вот и добить. Дойдешь? Давай, спускайся. Да и там паучки пообедали. Все. Изи. Конечно, крит прошел. С припасами, отлично. Is that blood? No, never mind. Да-да, это blood. Теперь можно. Этот может нас... А не, уже все эти такие. Средняя броня, к выносливости испытания. Заберу. О. О, я этот пробую заюзать. Отхил. Четко. Так, и ты забирай эту бочечку. Э.
Ах ты, зараза, ладно. У нас Астарион в драке. Хорошо, тогда мы сделаем так вот. Скинем паскуду. Так. 21. Хорош. Рвануло жестко. Окей. Стоим. Let's turn someone inside out. Попробуем. Не прошло. И будут идти в ту сторону, так как тут. Что у нас получается? Вот раз и два. Так, это у нас... Да, это гуманоиды. Девять и пятнадцать. Нет, этого можно... Жахнем, короче. Тут у нас заперто. Преимущество. Наснем 15. А ну давайте попробуем. 9 на 24, ваншот на 10 только, увы. Well, so much for peace. На. Один хп, 5 хп. Рывок. Петрова трогаем, короче, которого с меньше хп. Вот этого. Ух, как кританул смачно. Сделаем так. Ты. Blood comes easy these days. Подходи сюда. On my way. Теперь можно его уколоть. Неплохо, неплохой удар. И так же само добиваем. Ай, ну ладно, укусим. Survival is all that matters. Алло. Ну все. Сюда, а если я вот сюда пойду, а блин, я хотел его скинуть, обидно, понимаешь? Да ты задолбал. Ладно. Nothing will stand in my way. А не, это прикол какой-то. These boots have seen everything. О, вау. А ема. Это классная, конечно, контратака. О.
Ничего мы еще тут не лутали. Этого не лутали. Так, а этот у нас... Добьем его. Нафиг нам всякие. А если мы, короче, попробуем отсюда сломать клетку? Пауки выберутся и, короче, начнут нападать. Зурга и Скрут двое. Раз мы тоже минуснем. Только дайте мне полутать это все. Быстрее. Эта бочка, короче, не... она вроде бы как есть, но... Тут тоже смотри. Вроде бочка есть, но... Подпорка деревянная. Let's move. Идет, собираем. Да? А, руки, арбалет. Фигня. Но тут я вижу бочки. Ой-ой. Что мне надо? Eager for battle. Подобрать. Типа, мы тут уже подзалутали все. Идемте, короче, потихоньку избавляться от гоблинов. Блин, так не хочется на работу идти. Я еще с вами где-то полчасика побуду. И буду забираться на работу. Не хочется, конечно, но... Тут можно как-то сюда обойти? Не помню. Здорово. Ради прикола сейчас. Оп. Can't even catch my breath. Сюда. А ну-ка, сдриснул. Ха. Хорошо. Отлично. Давайте просто постреляем, что мы там. Ты подходишь сюда, и у нас есть преимущество. Ваншот. А, бляха, она же не ушла. Ну ладно, не ушла, так не ушла. Что мы тогда сделаем? Мы... Все найдет сюда. А мы ее, короче, оглушим. Туманный шаг. Ой-ой-ой, паралич.
Ладно. Чем мы... Я тоже тебе паралич дам. Пока сделаем так. Ты. Включено. Хорошо. У меня нету ячеек. Обидно. Обидно. Да не, не же так. У нас тут есть. Чем мы можем ее так... Теряю равновесие. Фин. Эй-яй. Есть. Порча. Есть, прошла порча. Теперь возвращаемся. Стоп, а я эти могу укусить, если укусить? А, увы. Угу. Ладно. Попытка не пытка. Увы. Нокаутируем. Ладно. Still breathing, despite everything. Ничего не осталось. Отхилилась, паскуда. Ладно. Бэмс. Включено. Но мы сделаем. Гейл, так. Не, подожди, Гейл, ты на самом последнем. Давай. Time to strike. Ставлено? Да. Включено. Тогда мы сделаем так. Мы ее оглушим. Да ну ее, ханы бабай. Отлично. Отстает. Есть. Ну вот и все, типа, прошли. Окей. Короче, мы ее вырубили. Leaders have to die. The very natural order of things is in danger, thanks to them. Говори, гоблинов мертвые, роща спасена. You did it. You actually did it. The leader's dead. Praise Sylvanas. No, that's not right. Praise you, my friend. The Grove owes you a debt beyond measure. Killing's never my first choice. But those three were too dangerous to leave alive. Я сделал то, что ты просил. Теперь расскажи мне о лунных башнях. Let's get out of this pit, firstly. Return to the Grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more
bucolic surroundings than here. О, тут еще одна бочка есть. Indolence breeds madness. Подобрать. Но все равно, мы сейчас всех будем гасить по любасу. У нас вот с вами найти путь к лунным башням и через горный перевал. Окей. Помочь Амелуму исследовать паразита. Найти грибы, которых... Так. По имени Лену... Ага, то в башне, окей. Спокойно, изи. Так. Так. Обратиться к тетушке Этель за помощью. Спасти друида Хельсина. Окей. Я с легитьянки. Пойдем тоже. Раскрыть секреты артефакта. Ну, тоже попозже. Поговорить с Зелором. Тоже с Зелором. Готовиться на бегу. Ха-ха. На рощу. Инвентара уже нету. Спасти первого друида. Окей. И спасти Вола. Вернуться в лагерь. Это, ага, убить Нере, постигнуть Гримфорджа и адамантитовая кузня. Это все в одном месте. Это дерево, сур, немного коры. О, вот это можно тоже пойти сделать. Можно будет скрафтить себе оружие. Открыть древний фолиант. Ну, это уже, скорее всего, ближе к третьему акту будет. Не, уничтожать точно не будем. Вот такое. И все. В принципе, я вам предлагаю, мы будем выходить через двери главные и потихонечку каждого мочить. Нам останется, я хочу забрать еще себе этого, как его, Медведа Сыча, вот это, или как он там тут. Это у нас Ментара, да, валяется? Нокаутик. Ой. Бля, я тупанул. Подожди. Я хотел по приколу сделать. Я хотел, короче, открыть загон с пауками, чтобы они вышли. И тогда, короче, будет, ну, с большим преимуществом можно будет повоевать. Не знаю, можно ли клетку разломать. Ну, в принципе, должно. Выходим. Выходим аккуратненько. Главное, что правильно, не палиться. Зайдем с другой стороны. Попробую с другой стороны, короче, со ступа расстрелять ту решетку. Если получится, то это будет круто. Если не получится, тогда придется драться со всеми. Отлично. Наш план действий. Тихо. Сохраним здесь, чтобы потом лишний раз не бегать. Да. Как он действует, этот клинок? Ой-ой. Ну давай. А, у него дробящая кислотой. Ага, у меня есть. Есть.
Да, ёп. Огонь нет, лучистый тоже нет. В основном кислота и дробящие. Окей. А где находится... Оп, где находится рычаг? И что это? Да. А, точно, я же могу активировать его стрелой. Отсюда. Стрельну. Ой, я деган. Ой-ой-ой. Только потратил зря. Да. Так и сделаем, короче. Сейчас мы пойдем и... Теперь можно, кстати, пик и переключиться. На смертельные удары. Я встану здесь, то я там дострельну. Окей. Does this count as adventuring? Or no? Да. Why am I doing this? Это где-то были. Эта гранатка завалялась. Подождите, я сейчас вам угощу. У нас действие. Это у нас тоже действие. Не, метнуть не могу. Мало силы. У нас получается... А, я их тебе скинул полностью. Окей. Раз, два, три. И тот. Угу. Давай тогда. Палач. Пикуша. Шухер. Опять пикуша. А тут у нас есть... Колдун. 12, 13. Паукан, и вышел. Вы будете выходить или нет? Ладно. Кто там ходит? Первый. Нет. А что ты здесь было? Вот этого надо. Keep your blade close.
Угу. Не должен иметь помеху против цели, да? О! И лазает. Вот ты давай, ну ты кинь хотя бы. Не может. Только в бою можешь метнуть, да? Что ты за говно? Ладно. Палач. Давай, 7, 15, 14, 15. Ладно. Я могу сделать. Он кидать не хочет, ничего такого. А не, стоп, он уже кидает. Сделаем так. Против бомбы я не помню какой. Ну вот этих двоих давайте снесем. Ну да. Отлично. I won't give in. Далеко. Ладно. Ты? Сюда, то я отойду в эту сторону. Давай. Try me. Отлично. Ну давай. А вот и паучки. Только сейчас. Я уже не рассчитывал, что пауки будут. Лазель. I will ascend. Шел нахуй. Отлично. This feels good. Буях. Так, ну этого можно по любасу жахнуть. А, это этот. Ладно. Можем, да? Приму. Так. Должен иметь преимущество против цели. Сюда они тоже не достают. Ладно. Вы этого на стопы, он типа должны бить. Пусть будет так. A rough tempest I will raise. Отлично. Еще один паучок. Покрупнее. Остается этот рахит и пауки. У нас тут ловкость. Ой-ой. Hungry for the slaughter. Должен иметь преимущество против цели. Ладно. Мы сделаем. Delicious.
Здесь у него что-то устойчивости нет. Ай-яй, вот это будет сейчас атаковать нас. Ладно. Потеряли. Подожди. Убегаю, да? Да. Taking position. Да, ну ты что, даешь? Угу. А нет смысла его отталкивать. I speak. They burn. 15, да? В лучшем раскладе. А тут коснут наших. Так, мы сделаем. Раз, два, три. Вот. Так, отойдем сюда, чтоб тот нас не достал. Спускайся. Паук покрупнее. Так. Я не достану. Ай-ка. Так, мне тоже надо какую-то жуху сделать. Тебя, да? Сильно большой обход. Ладно, сюда. Light on my feet. Вот так. Нет, не достает. Идем сюда. Yes, here. Недостаточно движения, да? Получила. Я надеюсь, но ты на того нападешь. Нет. Ну ладно. Хорошо. Спрятался. Ладно. Ты идешь сюда. Wonder if the gods are watching me. Еще одного паучка убили. Хорошо. Ой, одна здоровая идея была. Топ, тут может быть опасно, лучше вот так вот сделаем, в эту сторону рывок. Так и так ему придется сюда ко мне идти. With ease.
Ой, больно было. Покеда. А не, еще не покеда, ладно. Swift and lethal. My path be true. Ладно. What fools these mortals be. Достаточно движения. Бля, больно будет. Ладно, спускайся. Good move. А теперь, короче, собираем. Заберем ему культиста. Goblins aren't known for their cleanliness, but I уйти. Украсть, конечно. А у паучков ничего. Я думал, они будут более полезными, но нет. Пока они пришли, я уже большинство убивал. Да. Вот, короче, тут еще есть. Короче, тут еще надо, можно полазить и пособирать всякие там сокровища. Ну, там еще кто-то сидит, мы его тоже освободим. Но чуть попозже. Здесь у нас возрождение пойдет. Возьмем один кинжальчик, пригодится для крафта. У нас, о, там сундучок возьмем. Нора. Увы, я туда не пролез. I'm way too big. И смотрите, сколько тут взрывоопасных бочек. Украсть. Я не собирался никуда. Украсть я хотел. А что переместить? Слишком тяжело. Ладно. Так. А ну да, тут уже на. Отправить в лагерь. Пик. Воруем дальше. Продолжаем.
Реально это потом нам как-то пригодится. И тут нам надо уже скрывать. Don't touch me. А, могу открыть? Есть ключ? Нету ключа. Should be easy. Погнали. Вот это плюс. Колда. Ну что, я предлагаю залезть наверх. Короче, поверху можно пройти и пособирать всякие вкусности. Хранимся сразу. Мы уже с вами много пособирали. Так, о, у меня уже время. Ладно, давайте, короче, закругляться и продолжим уже в другой раз. Я уже... Да. Сохранимся еще раз. Короче, закругляемся. Хватит на сегодня. Буду потихоньку собираться на работу. О. Было прикольно, конечно. Разбомбили этих гоблинов на изи. Осталось там заскочить еще там в несколько мест. А, не, стоп. Мы еще потом... Смотрите, у нас еще будет шанс. На следующем стриме я буду выходить через главные ворота. И призову вот этих... короче, огров. Вот эти огры будут всех бить. Ну, и потом мы их завалим, чтобы забрать с их трупов что-то ценное. Так. Ну, естественно, мы дальше пойдем лазить по подземелью. Короче, полностью будем лутать все, что лутается. Все, что можно найти и использовать, будем, короче, искать, собирать. Быстро следующий акт переходить особо не рвусь. Мы еще с вами должны будем попробовать склепать броню адамантитовую. Она очень крутая. Тоже там полазить по этой кузне. Это, короче, у нас еще куча активностей на этой карте. Ладно, возможно, завтра мы с вами продолжим. А возможно и не продолжим. Ну, короче, завтрашний стрим будет под вопросом. Но, скорее всего... Будет, чем его не будет, так что. Все, увидимся в следующий раз. Удачи, пока.